Такс. 10 метров. Смотри, расстояние. Да, прикол в том, что она, смотри, она небольшая. И я в нее попал с такого расстояния. Так, всем привет. Любителям ночной охоты. Слингшот, рогатка. Саня. Саня, покажи свои ноу-хау. У Саня вот, вот такая вот, так, ко мне разверни. Вот такой вот фонарь. Мощный. Ручку намотал. Во, потому что холодная штука. И резинка моя зеленая. Так, ну а я продолжаю. Я уже выходил как-то. Продолжаю тестировать 25-граммовый дротик. Я все-таки хочу... Вот это вот такая моя модная резинка, молочная. Вот это она, да? Да, вот она мне, блин, она мне больше всего нравится. Так, ничего нету, да? Точно, внимательно посмотрел. Ты сейчас новыми аккумуляторами будешь случайно. Да, я поменял аккумуляторы, да-да-да. Взял максимально мощные 3400. Кому интересно, оставлю номер в описании. Юра Батарейка. Вот мой фонарик Rablex VD152 20-200 тысяч ватт. Ну, это китайские какие-то обозначения. И вот сзади три аккумулятора. Вот такие вот. Я взял три аккумулятора. Они еле влазят сюда. Made in Japan. Я с ними ходил 2 часа. Они разряжены наполовину. То есть они где-то 3 часа точно будут выдерживать. 4, я думаю, вряд ли, но 3 часа, я думаю, выдержат. Так, ну Саня уже окуней надыбал. Саня, давай. Сейчас, давай, смотри. Я тебя сейчас подсвечу, подожди. Вот это что поближе был, крупный такой вроде. Опа, муляка, ушел. Не, вот он стоит. А, вот, он ближе подошел. Да высоко ж, блин. Ладно, мне все равно надо делать сброс, я только вышел. Мы делаем точечку побольше. Ну, все, он назад пришел. Он видишь? Нет. Не видишь? Нет. А, вижу, вот, ну, под веткой. Да, 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 так, слышишь, тут глубина, нифига себе, больше метра. Ладно, пробуем. Вот, видишь? Ну, он дальше чуть-чуть. Дротик в сторону уходит при такой глубине. А тут еще течение. И плюс течение. Да давай вот что-то вон бери. Большого не хочешь дальше стоять? Это тоже большой, только он в глубине. Под кустами, ну, тут никого? Да, можно и того, он 2 раза. Ну, я же говорю, бери того. Рядом. И он за корягу, да, убежал? Да, он еще один стоит. Где ты их видишь? Ну все, глаз красный, видишь? Нет. Да вот, я на него прям свечу. Да, да, правее чуть-чуть. О. А, там, ну, он небольшой. Мелкий. Там мелкий. Я, видишь, у меня зрение настроено, я мелочь не вижу. Пошли. Вот лежит щука. Так, больше ничего. Нет. Так. Где ты ее видишь, непонятно. А я вижу. А, подожди, что глаз. Блин, подожди, у меня что? Шнур за кусты запутался. Такс. 10 метров. Смотри, расстояние. Смотри. Она в кустах замаскировалась. Вот, смотри, чем прикольно тяжелые дротики. Ну, я ее даже не видел. Ну, я вам говорил. Вот такая вот щука. Смотри. Четко вверх спины. Стояла, замаскировалась. Я ее взял. Да, прикол в том, что она, смотри, она небольшая. И я в нее попал с такого расстояния. Вот что интересно. Так, надо дротик помыть. Есть. Вот. Да, тяжелые дротики все-таки на этом монтаже, на этой резине
Они, конечно, поинтересны. Ты ж понял, да, как я сделал? Шнурик. Шнур. Ну так, далеко, монтаж. Далеко, да. Расстояние видел? О, мне аж так аж понравилось. Далеко. Это, наверное, пока рекордный такой выстрел. Да? По такой щуке, да. Таких выстрелов еще не было. Такая мелкая из такого расстояния. Вот в чем прикол. Красава. Да. Так, забираем. Давай, да, если не впаду, пожалуйста, мне в рюкзачок. Вот такой вот монтаж. Есть? Все. Двигаемся дальше. Просим у вас. Да ладно, просим. Плотва, плотва. Хочешь плотву попробуй, будешь? Смотри, какая плотвища. Ага, я ж тебе о чем. Хорошая плотва. Есть, есть, есть. Саня взял. Саня взял плотву. Да что ты, блин, руками тут шнур соберешь? Мотай. Я, кстати, тоже попервой так руками. Потом понял. Быстро не тяни, не тяни, быстро, медленно тяни. О, сойти же может. Смотри, как красиво. И смотри, видишь, что такое дешевый дротик на глубине? Видишь? Он даже до зацепов не залез. Давай, он даже... тебе. Держи. Не, давай, я держу, доставай у меня рюкзак, чтобы руки меньше вымазывать. Блин, она уже что-то за стопора, да, зацепилась. Не, нормально. Оп. Помоешь дротик. Не, кинь сразу в рюкзак. Ну. Или давай мой дротик. Вот, надо ходить, стрелять, чтобы попадать. Да? Кидай.